дико непривычно снимать видео с искусственным светом, когда на улице темно. Днем снимая, вы просто получите синее освещение, а сзади будет темнота. Вот, поэтому, если вам непривычно тоже, мы вместе. Видео о покупках. Люблю такое снимать, с учетом того особенно, что это питерские покупки. Я с Москвы не снимала такие покупки, секонд-хендские, поэтому накопилось много, и я очень хочу вам показать вещи. Почему-то, мне кажется, у меня стиль меняется. У нас, кстати, с вами кофе. Как всегда, я думаю, в порядке покупки или просто так. Возможно, это мужские трусы или мужские шорты, я не знаю, что это. Их я купила быстренько для моего хэллоуинского костюма. Я была Стэном из Waverly Place, о боже мой. Из Gravity Falls. Очень классная покупка, возможно, я их реально буду носить летом, кто знает. Кстати, все вещи, они куплены в планете Second Hand. Это сеть секонд-хендов. Питере. Не могу сказать, что есть классные точки, есть не классные. Это все зависит от завозов вещей. Такая белая майка, потому что я реально понимаю, что нет белых маек, и она рифленая, и у нее материал не самый натуральный. Но белая майка как база под рубашки, кардиганы и так далее. Супер. Мне кто-то когда-то написал, что классно, когда люди говорят фирмы вещей, даже если это из секонда, поэтому я не знаю, что вам скажет фирма Бонита, но это майка от фирмы Бонита. Эта рубашка, по-моему, я ее купила одну из первых в Петербурге. Просто очень приятная, вот с такими рукавами. Я люблю, когда рукава широкие, а здесь идет узкий рукавчик, и это супер. Материал, по-моему, это хлопок. По-моему, он даже 100%. Ладно, нет. Что такое район? Сказала вам хлопок, в итоге здесь 30% полиэстера. Это искусственная шелковая ткань, сделанная из вискозы. Здесь еще были плечики, но они крайне странные. Они как будто неправильно приклеены. А может и правильно, не знаю. Color Ville. Такой прекрасный. Люблю его. Когда я говорила о своем новом стиле, что касается покупок, я имела в виду цвета, потому что теперь я покупаю красное, желтое, зеленое, белое, а не серое. Не моя вязка, но цвет меня привлек. И вязка, ладно, в принципе, не такая уж ужасная. И, по-моему, материал хороший. Я упорно надеюсь, что материал... Да, 60% хлопка. Это хорошо. Я очень довольна собой, потому что я начала смотреть не только на внешний вид одежды и на ее цену, а также на состав. К 21 году мозги появились. Вот. Я очень рада, когда мне удается классную вещь найти еще из хлопка. Вообще, это Синдей. Канада. Канада Синдей. Окей, когда я говорила о том, что я больше не покупаю серое и черное... вот, черная кофта. Вот эту я тоже купила, по-моему, одну из первых. И в момент моего переезда сюда не самый легкий момент в моей жизни был. Он и сейчас продолжается. Уже не так сильно, но продолжается. И в тот момент мне очень нужна была комфортная черно-серая вещь. И вот эта вот идеально подошла. Я, по-моему, носила, не снимая неделю точно. Просто кофта с длинными рукавами. Длинными-длинными, если что. То есть в них можно спрятаться и уйти в свою тревожность. Это супер качество для кофты, я считаю. У нас фирма Support. Реально, эта кофта была моим саппортом в жизни тогда и сейчас. Дамы и господа, это судьба, я считаю, потому что ее я нашла в день, когда все вещи стоили 150 рублей. Немножечко оверсайз. Что меня немножко отпугнуло вначале, но потом я поняла, что это судьба. В момент, когда я нашла в этой куртке во внутреннем кармашке, я нашла билет из цирка. Я сейчас покажу. Я сейчас покажу. Обожаю такие находки. Вот билет из не цирка, а зоопарка берлинского, если что. Это супер находка с учетом того, что этот билетик 2009 года. Этот билетик пробыл в этой куртке 11 лет. Куртка, походу, особо не носилась, потому что на ней нет ни пятен, ни дыр. Она в идеальном состоянии. И он там пролежал и приехал в Россию, и достался мне. И я, когда увидела билетик, я поняла, что это судьба, это знак свыше, и я взяла эту куртку и ни капельки не пожалела, потому что мы сейчас неразлучны. Фирмы у нее, кстати, нету. 150 рублей. 150. А дальше штаны, которые на мне, наверное. Я быстренько их сниму сейчас, покажу вам и надену обратно. Надеюсь, в окно мое никто сейчас не смотрит. Штаны суперского цвета достались мне, по-моему, тоже за 150 рублей. Они настолько классные тогда были, что я думала, что я сейчас пойду в них в кофейне, буду гулять, в общем, не буду дома в них ходить. Но вот я походила в них дома неделю, растянула колени и поняла, что в них уже я не выйду в свет явно. И одновременно с этими штанами
я купила эту чудеснейшую кофту. Это, ну, вы видели ее во влогах и даже спрашивали, откуда она. В чем шикарность этой толстовки? В том, что принт как сзади, так и спереди. Это редкость, потому что, как правило, мы имеем принты только на груди, на животе, на спине пусто. Это грустно очень сильно. А тут везде. И это космос, и здесь планеты, и здесь есть пришельцы, и здесь есть космонавты. Что еще тут есть? I need my space. Come on. И она еще и теплая. Я в ней хожу и дома, и сплю иногда, и гуляю, и вообще супер. Блин, а что это? Я не помню. Это очень знакомо. Либо H&M-овский отдел, либо что-то вроде American Eagle. Я не помню. Если вы это знаете, напишите, потому что я правда не знаю. Давайте я немножечко разбавлю секонд-хендский хол, потому что, опять же, я не идеальный человек. Я не шоплюсь полностью в секонд-хендах, увы. Иногда проскальзывает момент, когда я понимаю, что я вынуждена купить что-то из масс-маркета. Увы. Такой покупкой является этот свитер шикарного желто-горчичного цвета. Его мне купила мама. Я была в галерее и мерила его часа, наверное, час. Вот, и мама мне перевела денег. Она хотела, чтобы мне было тепло здесь, и это супер классно. Я ее очень люблю и очень ей благодарна. На фотографиях волшебный, и он очень теплый, потому что тут, видите, воротник. Он, по-моему, стоил 3000. Я сказала, что это этот Uniqlo, да, ведь? В какой-то момент я поняла, что я девочка. Я вспомнила свои ощущения. Как мне было классно в школе, когда я надевала юбки, и ощущение, что вся школа была в меня влюблена в тот момент. И я соскучилась по этому ощущению. Поэтому я купила юбок. Цель была найти короткие юбки, не длинные, потому что у меня уже есть, и это скучновато. Вот такая юбка. Она теплая, она темная, у нее классный низ. Она села очень классно. Это фирма Mex. Я ее надевала уже с зеленым свитером, и это было очень классно. Я рада, что я ее купила. Купила я ее, правда, по-моему, за 300 с чем-то, либо 400 с чем-то. И с ней также я купила еще одну юбку. Она уже... И она короче, чем эта. И она вот такая. Это прямо юбка вот школьная. Я благодаря чему понимаю, что это не детская юбка, которую надел взрослый человек, потому что она с Шиина. Это размер М. То есть эта юбка, она предназначена для взрослого человека М-размера, поэтому я понимаю, что, в принципе, я в своей тарелке пока что. Я ее надевала, по-моему, два раза уже, и я чувствовала себя так классно, так суперски. Мне не 13 лет, если что. А я до сих пор отношусь к себе как к 13-летнему ребенку, потому что я боюсь своей феминности, я боюсь своей женственности, своей сексуальности, простите за столь грубое выражение. Да, это очень странно, и это плохо влияет на мое восприятие себя и мою самооценку, поэтому стараемся это исправлять. Ох, этот свитерок очень прелестный. Он очень прелестный. Во-первых, цвет, он очень не идет, я считаю. Видите, мои глаза зеленые сразу стали, смотрите. Они синие, сейчас они синеватые, потому что стена синяя. А теперь... Они зеленые. Вы же это видите. Я люблю этот свитер, потому что он, эй, короткий. Что означает, что с юбками и джинсами на высокой талии суперски выглядит. И также тут волшебнейшие рукава-фонари. Я обожаю, когда ты можешь что-то делать руками. Писать, печатать, что угодно. И у тебя либо крутой макияж на ногтях, маникюр. Либо рукава какие-нибудь длинные, интересные. И поэтому любое твое движение превращается в что-то столь, я не знаю, грациозное. Я не знаю, но вот я прям очарована этим. Поэтому да. Он синтетический, кстати. Ну и как раз вчера мы были с Рядной также в секонд-хенде, вместе пошли. Потому что вчера как раз были все вещи по 150 рублей. Я шла в поисках белой рубашки. Угадайте, что я не купила? Правильно, белую рубашку. Но зато я купила, мне кажется, полную противоположность белой рубашки. Огромный кардиган с всевозможными нитками. Это вообще не обо мне вроде как. А может, и обо мне, я не знаю. Он усеян весь вот этими вот ниточками. Но мне очень нравится цветовое сочетание. То есть здесь бежевый, белый, хаки, оранжевый, красный. И это не смотрится как-то, как будто ты сбежала из цирка, я не знаю. Я хотела в нем снимать видео, кстати. Это, ну, что-то мне как-то не понравилось. Как я... Ну да, он сюда не очень подходит. Но вот он вот такой. И рукава вот такие. То есть, come on. In love. In love. 150 рублей за вот эту вот штуку.
Вот о чем, видите, грациозность. Грациозность. Ciao Milano, design in Paris, но made in China, obviously. Также на мне рубашка, которую пил вчера. Это, по-моему, мужская рубашка. 100%, потому что воротник твердый. Просто большая оверсайз рубашка в такую темно-синюю мелкую-мелкую клеточку. Он также из Синдей. Double XL. Ну и последняя вещь, однако не по значению. Интересное платье, которое я еще не мерила без футболки под него. Значит, начало вот такое, то есть оно темно-серо-синее, возможно, тупо цвета стены. Кружевное, но меня в нем привлек не столько его вообще полный вид, сколько юбка, потому что она трехслойная. Не слой, а не стадия, не фаза. Я надеюсь, я из будущего вспомнила это слово. В общем, нижняя часть вообще прозрачная немножечко, что будет очень классно надевать с черными полупрозрачными колготками, а поверх этого платья какой-нибудь свитер тоже длинный. В моей голове офигенно это выглядит. Как правило, все, что выглядит офигенно в моей голове, в жизни не очень. Я еще даже не проверяла, а я вам это уже втираю. Ну, в общем, да, вот такое платье. Возможно, я его как-нибудь даже надену на голое тело. Ну, я не знаю, что должно случиться. Возможно, Новый год будет поводом. Не знаю. Ну, вот такое платьишко. Дамы и господа, это был наш хол на сегодня. Я не знаю, как называть общий стиль. Прошлый хол был реально такой Pinterest прям какой-то. Если вы его не видели, то ссылка в описании. У меня, по-моему, есть плейлист про секонд-хенды, мне кажется. Да, есть. Можете глянуть. Вот. Мне кажется, уютная. Кузи. Мне кажется, уютная одежда. Много свитеров. Большущие. Спасибо за просмотр. Всем прекрасной жизни, всем хороших дней. Этих зимне-осенних. У нас ноль снега. Надеюсь, он есть у вас хотя бы. Пока.